квартира. Расследование плюс минус там один и тот же. А у вас она тоже скошенная, да, немножко идет? Ну, возможно. Что-то я смотрю здесь, вот там вот наклон. Ну-ка, дайте. Ну, может быть, она и не скошенная, потому что она... Что-то здесь она немножко скошена, вот туда уменьшается, да? Я так понимаю. Ну-ка. Это какая получается ваша? 112. А, вот это, да? Ну-ка, ну вот здесь не понятно, там видишь, она скошенная немножко, здесь-то вроде... Да, не все, он дом. Все скошенные, да? Не, ну здесь как бы нету вроде скоса. Здесь не такой сильный, как... Я поэтому и не видел, да, там-то прям конкретно скос. Вы такого же размера хотите вынести, чтобы я поменьше? Чуть поменьше, ребят. Вот я, знаете, как бы вот думаю, вот смотрите, нормально поставить кровать, вот, ну, двуспальная, да, получается, ну и чтобы какое-то было место, чтобы, ну, что-то пройти, да? То есть, грубо говоря, чтобы... не больше, чем наша слава есть? Да, на... ну, может быть, чуть побольше, вот не знаю. И напротив, чтобы поставить телевизор, все дела, ну и проход был нормальный по лесенке. Просто если ограничиться вот только вот габаритами, допустим, ванной, ну сюда с выносом в коридор, можно сделать не вот такие...